Добрый день, дорогие мои друзья! Хочется ответить на самый, пожалуй, чаще всего произносимый вами вопрос. Я совсем не умею шить, но очень хочу научиться этому. Подойдет мне ваш курс или не подойдет? Ну, мне хочется сейчас ответить всем, чтобы для вас было как можно больше пользы. Конечно, мой курс не самый простой. Метод построения проще, чем у других, да, потому что мы что измеряем, то и откладываем. Но сам курс, он очень серьезный, он практически дает вам вторую профессию, в результате которой вы учитесь строить выкройки на любую фигуру, даже на самую особенную. Но чтобы понять, если вы новичок совсем, и у вас кроме желания нет никакого опыта, нужно вам это все-таки или не нужно, потянете вы это или не потянете, я предлагаю вам следующее. У нас есть очень простой курс, условно он называется «Шьем костюм из футера». Там минимальное построение, оно будет доступно даже новичку. И не самые простые приемы в обработке. То есть это куртка и это брюки, худи, брюки какие-то, да. Вы можете посмотреть от начала до конца этот курс и понять для себя, сшить за 2-3 дня такое простое изделие, как костюмчик из футера, на каждый день. На базе этого костюма можно сделать какие-то другие вещи, и курточки шить можно, и брюки разные можно шить, и так далее, и даже платье можно шить, используя вот этот способ кроя, который там у вас показан. То есть у вас будет всегда выбор. И я бы рекомендовала вам приобрести вот этот курс и попробовать себя, отшить вот этот костюм. Это никогда лишним в гардеробе не будет, и в то же время вы поймете, нравится ли вам сидеть за машинкой, утомляет вас это, доставляет вам удовольствие или наоборот кажется невероятно трудным. И еще что хотелось бы мне добавить при этом. Если хотите, чтобы у вас не было ошибок, берите этот курс с поддержкой куратора. Тогда куратор застрахует вас от этих ошибок. Мы проверяем на каждом шагу вашей работы. Вы сняли мерочки? Мы проверяем. Вы оценили свою фигуру? Мы проверяем. Вы построили выкройку? Мы проверяем. Если там что-то не то, значит, вы обязательно ее поправите и только потом пойдете дальше. Вот такой мой вам ответ на вопрос, стоит мне идти к вам учиться или нет. Всего доброго, всегда ваша Галина Коломейко.